Островок тишины и безмятежности в шумном мегаполисе. Жители Озерного никуда не спешат и живут в свое удовольствие. Здешняя атмосфера располагает. Ничего хорошего, рыбалка близко, порыбачишь дома. Поселок Озерный заселен уже больше, чем наполовину. Это около 400 квартир. И постоянно приезжают новоселы. Сюда переселяют людей из ветхого и аварийного жилья. 18 было. Что там 18? Там, как говорится, все в одном месте. И спальня, и кухня. А здесь все-таки раздельно. Пусть немного места, но хоть отдельно все и тоже. Да, все отдельно. В зиму мы еще не были. Мы в мае переехали. Планировка получше здесь. Я в марте 30-го только получил квартиру. До этого мы сгорели на Хасановской. После этого у них мама умерла, и вот нам только дали квартиру. Вот я их привез. Соседи у нас хорошие, у нас вообще подъезды вообще хорошие люди. Те, кто уже наладил быт в домах переулка с романтичным названием «Сиреневый», благоустраивают территорию вокруг дома. Каждый метр используют с пользой. Вот участки огорода. Вот тут помидоры, огурцы, все у нас посажены. Пока жители собирают урожай, специалисты управляющей компании готовят поселок к отопительному сезону. Из 17 домов только 2 здесь имеют центральное отопление. В них все готово к зиме. Как только поступит распоряжение, управляющая компания даст тепло. Во всех остальных домах в каждой квартире стоит индивидуальный котел. Жильцы сами включают его, когда посчитают нужным, и устанавливают комфортную для себя температуру. Но перед зимой специалисты управляющей компании проверяют котлы в каждой квартире после обращения жителей. В тех квартирах, которые сейчас заселяем, и если там выявляются факты, так скажем, несоответствия требуемым нормам котельного оборудования, либо его поломка, которая тоже выявляется, да, то это все устранимо, и в зиму люди не останутся без тепла, это гарантированно. Не останутся жители Озерного и без детского сада. Деньги на его строительство планируют выделить уже в ближайшее время. В школу ребята ездят на специальном автобусе в поселок Кирзавод. В самом Озерном работает супермаркет, где можно купить все самое необходимое. Марина Матвеевна, Владислав Манин. События.